человек? Ха! Ты даже не представляешь, как я рад! Я встретил твоих друзей, давай слезай! Добро! Уже спускаюсь! Ха, вот повезло-то! Знаешь, об одном только жалею! Разбился. Зараза. Что там? Кто вы вообще такие? Рабинник и компания. Оценка недвижимости и страховка организации массовых мероприятий. Меня зовут Гаспар Суттер. Для друзей Соня. Я спал даже во время той бури. Жалко, что столько народу погибло. Твои друзья просили, чтобы я нашел тебя, Ференса и Иво. Боюсь, они умерли. Иво окружили какие-то твари, я сам видел. А Ференс, я слышал, как он кричал, ужасно кричал. А потом зарычало чудовище. Идем в хату. Если что случится, я тебя в обиду не дам. Жалко, ребят, да что ж поделаешь. Ой, пойдем. Только я должен предупредить, что страдаю нарколепсией. Это такое... Знаю я, что такое нарколепсия. Буду тебя будить. Вот и ладно. Пойдем быстрее. Ты сильнее меня. Прости. Ну, вставай. Морзик.
что-нибудь знаешь об этом острове? Почти ничего. Его нет ни на одной карте. С заколдованными островами так часто бывает. Думаешь, он заколдованный? Это единственное, в чем я уверен. Если сильнее меня, прости. Ну, вставай. Морзик, ну чего тебе? Ну, сейчас, сейчас. И ты что делаешь на этом удивительном острове? Ищу кое-кого. Здесь? Так уж вышло. Не хочешь рассказывать? Не слишком. Тут вроде безопасно. Ты меня на обратном пути захвати, только поторопись, очень тебя прошу.
пытался сбежать от беса. Неудачно. Один из трех пропавших. Скверно, что он умер. Я привел вашего друга. Правда? Пусть дед зовется. И спи. Я не сплю. Это Гаспар. Отойдите, я открою дверь. Гаспар! Что-то ты мутный. Эй, а что сразу мутный? Не выспаха ее. Что с остальными? Одного я нашел у логова монстра, он был уже мертв. Второй на моих глазах упал со скалы и свернул себе шею. Холера. Рабинник велел мне присматривать за этим засранцем. Это был его племянник. Благодарю за помощь. Прости, что я тебе не доверял. Эх, все-то у нас наперекосяк. Что нам теперь делать? Вы можете вернуться со мной, у меня здесь лодка. Но сперва я должен кое-кого найти. Сероволосая девушка? Да. Мне очень жаль. В чем дело? Она холодная и не дышит. Должно быть, умерла незадолго до нашего прибытия. Давайте в лодке подождем.
Видишь, не все уроки Весемира пропали зря. Ведьмак может забыть поесть, попить, даже подышать, но никогда не забудет позаботиться о своем мече. Ой, правда, он это все время повторял, и не надоело ему. Что это была за тварь? Что, какая тварь? От которой шрам над левым глазом. Он свежий, я его не помню. Это на память от Куралиска из Спалы. Очередной в моей коллекции, говорить не о чем. А твой неплохо затянулся. Авалак готовил для меня специальные мази. До того, как его поразило проклятие. Интересно, где он сейчас? Мы сняли с него проклятие. Он в Каэр Морхене и ждет тебя. Ты шутишь? Нет, над этим ты бы шутить не стал. И это... Это отлично! Какой приятный подарок! Ты доверяешь ему? Авалакху? Он еще ни разу меня не подвел. Ни разу. Почему, собственно, Авалакх тебе помогает? Обычно знающие не в восторге от людей. Здесь дело не во мне, а в моей силе. Впрочем, как и всегда. Авалакх пытался научить меня контролировать силу. А еще он следил, чтобы я не попала в руки Редина. А что нужно Иридину? То же, что и всем. Моя сила. Его собственному миру грозит гибель. Иридину пришла в голову гениальная мысль – завоевать наш. Но сам он, конечно, с этим не справится. Ему нужна армия. Только вот принести сюда тысячи Аэнели его навигаторы не смогут. А ты сможешь. Именно. А если я при этом умру, что ж, жертва будет не напрасной. Как вообще получилось, что ты начала путешествовать с Авалакхом? С тех пор, как я оставила вас с Йен на острове Яблонь, Иридин и его красные всадники все время шли за мной по пятам. Я бежала от них сквозь разные миры, и однажды охота меня едва не настигла. И тогда абсолютно из ниоткуда вдруг появился Авалак. Он нашел портал и перенес нас в мир, где Иридин не мог нас выследить примерно полгода. И в каком мире вы прятались от Иридина? Ты все равно не поверишь. А ты попробуй. Там у людей в голове металл, а войны они ведут на расстоянии при помощи чего-то вроде мегаскопов. Ну и никаких лошадей, зато у каждого воздушный корабль. Ладно тебе. Я же говорила, что ты мне не поверишь. Ах, надо было там остаться. Тогда зачем ты вернулась? Я думала, что дикая охота сбилась со следа, что я в безопасности. И потом я хотела вас найти. Тебя и Йеннифер. Ты искала нас, а мы тебя. Иногда мне казалось, что я отстаю от тебя всего на шаг, а иногда, что я хожу по кругу. Неудивительно. Часто я просто летела, не разбирая дороги. Ну тогда расскажи мне, как все было, по очереди, с самого начала. Как только мы появились на Артскеллиге, Иридин сразу нас нашел. Его красные всадники нас окружили. Я думала, это конец. Но оказалось, что у Иридина другой план. Он вытащил филактерий и распечатал его. Вдруг все окутал туман, и Авалакх начал задыхаться. Тогда Иридин и наложил проклятие, которое превратило Авалакха в уму? Да. Он не хотел его убивать, только унизить. Но Авалакх не сдался без боя. Он наложил какое-то заклинание и просто разметал бойцов охоты.
А заодно половину леса на Артскеллиге. Это дало нам время для бегства. А Валакх открыл портал, и я прыгнула туда. Он должен был пойти за мной, но, видно, из-за проклятия что-то пошло не так, и он не успел. Так или иначе, мы договорились, что если вдруг что-то пойдет не так, то мы встретимся в его укрытии в Велине. Но вы так и не встретились. Я прошла через портал, но вместо убежища Валакха вывалилась посреди кривоуховых топий. Я едва сбежала от ведьм. Потом был барон. А ты знаешь, что он взял меня на охоту и что я убила кабана мечом? Слышал. В общем, это вышло случайно. Мне вообще не хотелось ехать на эту охоту, но глупо было отказываться. Я не взяла никакого подходящего оружия, потому что не собиралась им пользоваться. Я просто ходила по лесу, дышала свежим воздухом и вдруг услыхала странный звук. На тебя напал кабан? Угу. Здоровый как тур. И бросился прямо на меня. А у меня был только меч. Ты отлично справилась. Люди барона до сих пор вспоминают. Они простые солдаты. Я с ними хорошо ладила. Жалко, что пришлось оттуда бежать. Но я не хотела натравить на них дикую охоту. Потом я знала, что проклятие набирает силу, поэтому вместо того, чтобы искать Авалак, решила найти тебя и Йен. А как вышло, что ты попала к ублюдку-младшему? Я не могла вас найти, а мне надо было починить филактерий. Обычные ремесленники мне бы не помогли. Тут был нужен очень сильный чародей. Лютик посчитал делом чести помочь мне. Организовал встречу с каким-то чародеем, но оказалось, что это ловушка храмовой стражи. Он мне ничего об этом не рассказывал. Наверное, не хотел тебя расстраивать. Потом мы узнали, что стража постоянно устраивает такие провокации, чтобы поймать тех, кто сотрудничает с чародеями. Стало понятно, что придется искать другой способ. Тогда Лютик сказал, что в Новиграде есть человек, который может больше других. И что наверняка у него есть и выход на кого-то, кто починит филактерий. Ублюдок младший. Угу. У меня было подозрение, что это не лучший замысел, но я была в отчаянии. У меня просто не было выбора. Предчувствие тебя не обмануло. Вы нашли не лучшего союзника. Этот дубина, ублюдок младший, вбил себе в голову, что мы его обманули и похитил Дуду. А вы его отбили и бежали на храмовый остров. Отличный план. Да не было у нас плана. Мы просто помчались, куда глаза глядят. Я даже не заметила, что стражники загоняют меня в ловушку. Просто в какой-то момент я поняла, что должна исчезнуть. Немедленно. И перенеслась на Скеллиге. Побережье Хиндрасфьяля было первым приятным местом, которое пришло мне в голову. Когда-то мы плавали там с Хьялмаром. То есть ты случайно там оказалась? Я думал, вы условились встретиться там с Авалакхом. Нет, он просто почувствовал, что я использовала силу. По тому же принципу Иридин может чувствовать, где я. Впрочем, именно поэтому он вскоре появился там со своими всадниками. И снова все понеслось очень быстро. Лафотен, нападение охоты, побег... А потом все, что я помню, это сны. Что тебе снилось? Потому что у меня последнее время были одни кошмары. У меня по большей части тоже. В одном из них тебя подкарауливал монстр, который вырос из мертворожденного ребенка. Это ужасно. Но были милые вещи. Например, мы сидели у огня... Пили хорошее вино, а вокруг танцевали и смеялись люди. Это и правда гораздо приятнее. Но все равно заканчивалось в какой-то башне. Что бы мне ни снилось, в конце я все равно входила в башню. Знаешь эту башню? Знаешь, где она? Не знаю. Мне кажется, нет, но с другой стороны, было в ней что-то знакомое. И поразительное.
Она была суровая и мертвая, но я чувствовала, что должна войти внутрь. И ты вошла? Нет. Всегда все заканчивалось поисками входа. А в последний раз вместо башни я увидела твою седую голову. Если бы не этот шрам над глазом, я бы подумала, что это все еще сон. Я боялся, что ты умерла. Я встретил здесь краснолюдов, которые пытались тебя будить. Они говорили, что ты ледяная и не дышишь. А все-таки ты пришел. Ну, кто станет слушать краснолюдов? Кстати, они, должно быть, уже заждались. Надо идти. На берегу ждет лодка. Потом поедем в Каэр Морхен верхом. Верно. Лучше путешествовать общепринятым способом. Хотя через портал было бы быстрее. Это моментально привлечет Эридина, лучше не рисковать. Кроме того, я терпеть не могу порталов. Сука. Слушай, надо что-нибудь придумать. Привет, маленькая. Цири! Как же ты похорошела. Что стоять? Пойдем поздороваемся со всеми. Вы ничуть не изменились. Все. Такими я вас и запомнила. Что? Сестричка! Те, кого ты просил о помощи, уже здесь. А Валак отдыхает в башне. Ему все еще плохо. Нечего тут стоять. Заходите внутрь.
Я чертовски рад вас всех видеть. Холодает. Идем. Нам надо все обсудить. Йен, ты знаешь о дикой охоте больше, чем остальные. Можешь сказать что-нибудь об их магии? У нее есть навигаторы, которые открывают порталы. С порталами бороться можно магией или двимеритом. Еще они используют холод, приходящий из пустоты, сквозь которую они путешествуют. Рад тебя видеть. Нас слишком мало. Это будет тяжелый бой. Наконец, Геральт нашел Цири на острове Туманов, там, где оставил ее эльфский чародей. Однако у них не было времени на долгие приветствия, поскольку до острова добралась дикая охота. Нужно было бежать, и Цири телепортировала себя и Геральта в Каэр Морхен, где их уже ждали друзья. Дикая охота скоро будет здесь. Приходит время Теддейра. Час конца. Как оно, Геральт? Будь здоров, Анкрайт. Приготовься, Фолан. Дикая охота уже близкая. Значит, близится Рагнарёк. Ты нашел ее? А! Мне сказали, что за ней гонится дикая охота, и что у нас могут быть непрошенные гости. Так что я готовлю махакамскую смесь. Как рванет, костей не соберешь. Все инструменты прихватил? Я подумал, что перед битвой нужно будет наточить мечи и заклепать доспехи. Хорошая мысль. Спасибо, Золтан. А еще я собираюсь изготовить мое особое средство. Махакамскую смесь. Очень хорошо взрывается и очень помогает при осадах. Поговорим позже. Надеюсь, этот газ подействует. Подействует? Надо только поджечь его в нужный момент. А эта дыра останется здесь навсегда? О дыре будем думать, когда все кончится. А теперь отойдите-ка, мастер-ведьмак. Анаир, Анадар, Маланда! Стены чинили халтурно, только все испортили.
Зачем этот газ? Он легко воспламеняется. Я собираюсь взорвать его, и вместе с ним несколько воинов охоты. Стены крепости не пострадают? Это не стены, а развалины. Им уже ничего не повредит. Может, еще успеем залатать дыры? Материалы есть. Если нужно, я помогу. Ламберт. Прямо вижу, как он кладет камни. Видно, что ты в хорошем настроении. Если у них идет кровь, значит, их можно победить. Она одна из нас, Геральт. Мы не позволим ее забрать. Чертова рухлядь. Она немногим младше Весемира. Ну что, получается? Скорее стану иерархом Новиграда, чем эта хреновина выстрелит. Эскель. Здравствуй, волк. Эскель. Не мешай, я готовлюсь. Высоко. Ты... Я рад, что вы здесь. Я собирался приехать один, но Бьянка меня выследила, заставила взять с собой. Я думала устроить тебе скандал за то, что ты меня не позвал. Но по дороге уже все высказал Раше. Старые знакомые. Что здесь делает этот ублюдок? Он нам нужен. Может, ты и забыл, что он сделал, а я нет. Я присмотрю за Лето. Обещаю, что буду вести себя хорошо. Если ты будешь следить за предателем, то не уследишь за врагом. Почему убийца королей тебе так важен? Этот Иридин, он же король? Да идите вы, оба! Мы останемся и поможем тебе. Но мы не хотим, чтобы он стоял у нас за спиной. Раше, не до разговоров мне сейчас. Бьянка, не бесись. Зря ты пригласил убийцу королей. Как настроение перед боем? Помнишь, как мы сражались с ними под деревом висельника? В этот раз тоже справимся.
Вижу, ты в хорошем настроении. Ого! Да тут получился настоящий ботанический сад. Давай!
Мы упражнялись здесь еще молодыми ребятами. До испытания травами. Связывать с этим местом. Медальон так и дрожит, а я ничего не вижу. Может, светильник покажет больше? Ведьмак обычно сражается мечом, серебряным или стальным, но должен уметь использовать любое оружие. Дардыш, Чекан, прощу. Сегодня вы будете тренироваться в стрельбе из лука. Кто промахнется, 50 отжиманий. Кто попадет, только 20. Шевелитесь! Ведьмак обычно сражается мечом, серебряным или стальным, но должен уметь использовать любое оружие. Дардыш, Чекан, прощу. Сегодня вы будете тренироваться в стрельбе из лука. Кто промахнется, 50 отжиманий. Кто попадет, только 20. Шевелитесь! Качаешься из стороны в сторону, как тростник на ветру. Что это такое? Голову ровно! Держи стойку! Быстрей, быстрей! Ты прервал тренировку без позволения. Знаешь что? Не останавливайся! То, что у тебя пошла кровь, тебя не извиняет. Снимай бинты и возвращайся к упражнениям. Раной займешься, когда я позволю отложить меч. Мечом машешь или цепом? Режущий удар от запястья, не от локтя. Еще раз. По бастиону скитается дух мальчика, который здесь тренировался. Здесь же и погиб. Может, он уйдет, если я похороню его останки? Призрак обитает в бастионе. Может, он уйдет, если я похороню его останки? Рок! Что-то случилось. Что-то дурное. Спрячьтесь и ждите, пока я не вернусь. Да, я знаю, что вы учились драться. Только вы по-прежнему ни черта не умеете.
Полезайте между скалами и молчать в тряпочку! Вилы. Ни одна резня без них не обходится. Пытаются меня задержать. Спи спокойно, малыш.